А в Днепре подрядчики провалили ремонт самой большой в Европе набережной. Строительные работы оценили 80 миллионов гривен. Половину денег получили, но объект так и не сдали. Куда ушли эти деньги, разбирались мои коллеги. Игровые площадки, фонтаны, цветочные аллеи, просто сказочная пешеходная зона, долгожданная велодорожка. Согласно проекту, реконструкцию должны были провести на участке набережной от Мерефа Херсонского моста до улицы Космической. Но красивая картинка таки осталась на бумаге. Вот реальность. Газоны разрыты, из-под земли торчат шланги от поливочной системы, установлены бордюры. Это все, что за год успели сделать местные жители, говорят. Это и не странно. Техники и рабочие тут нечастые гости. Последний раз я ее видел где-то месяца два назад, наверное. Вот это. Ну вот взрывали вот эти вот все бордюры, тут вот все сделали. А, не, один раз еще видел, вот на прошлой неделе там был трактор, ставили, вот их колодцы ставили. Ну и все. Общественники посчитали, фирма-подрядчик «Мастерстрой» уже получила из городского бюджета почти половину сметы – 37 миллионов гривен. Первый платеж на 10 миллионов прошел 25-10. Но после этого у нас были следующие платежи. 2-0-2 еще 7 миллионов, опять же, как аванс на покупку материала. После этого был у нас платеж уже 28 апреля на 8,5 миллионов. Набережную начали благоустраивать еще в прошлом году. Запланировано на ноябрь. Открытие так и не произошло. Горсовет в срочном порядке расторгает договор с фирмой «Мастерстрой». С нашей стороны поступали письма о том, что они срывают сроки окончания ремонта. Они выбились из графика. И в связи с этим было принято решение расторгнуть договор. По цифрам не готов сказать, но договором на штрафные санкции предусмотрены. Но активисты сомневаются, что фирма-подрядчик понесет ответственность. У нас получается около 37 миллионов гривен, которые уже заплачены подрядчику, но при этом работам сделано процентов на 20-30. Реальность такова, что сейчас привлечь данную компанию к ответственности крайне сложно. Еще один строительный провал в Днепре – капитальный ремонт центрального моста, говорят активисты. Его проводит компания «Мастер-профи». Она принадлежит той же торговой группе, что и «Мастерстрой». Из городской казны на ремонт моста планируют потратить 250 миллионов гривен. Деньги, как и набережную, фирма-подрядчик получает регулярно, но и тут со строительными работами тяжело. Мы 80 миллионов, а скорее всего даже больше, уже потратили. При этом у нас нет никаких гарантий того, что работы будут выполнены в срок. Нет никакой ответственности материальной, в том числе за это. Работать начали еще в марте. К декабрю этого года обещали закончить, но теперь сроки сдвинулись на декабрь 2018 года. Любовь Кукла, Елена Миндалюк, Евгений Кодинцов. Подробности. Телеканал «Интер». Днепр.